Всем привет. Привет. Сегодня мы приехали на рыбалку и за грибами. Валя будет у нас грибы собирать, а я рыбачить пойду. Пока попробуем на спиннинг. Так, рыбачить мы будем вот в таком вот месте. Голубое озеро называется. Так, здесь, ну потом еще поближе его покажу. И вон туда оно все тянется. Так что вот. Ну все, желаем приятного просмотра вам. Все, давай иди груди собирай. С нами еще отец приехал. Он там внизу уже стоит. Удочки раскладывает. Эх, красота осени в лесу. Наш боевой транспорт. Спил. Утром минус 3 или 4 было.
Валя ходит у нас. Короче, порыбачили мы тут чуть-чуть, ничего не придет. Поедем сегодня на другое место, чтобы здесь рядом еще есть выработок небольшой, чтобы там порыбачить место. Короче, пришли мы на речку, попробуем на такой реке порыбачить. Может, тут что будет клевать. Ни разу здесь еще не рыбачили. Хорошо, на речке. Лучше, чем дома за компьютером сидеть. Тут одни перекаты здесь. Мелковато. Вода маленькая. Мелко везде. Мелко. Короче, я забрел тут куда-то. Речка в разные места все побежала. Расстроилась вся. Чтобы еще по этим кустам пройти. Сидечкой-то. Вот и вышли куда-то. Эквадор на кунакай, мишамуни, лео, мушитумуан.
Даже уклейка не клюет. Короче, нифига у нас не клюет сегодня. Не знаю, что будем делать. Пока поедим. Дальше видно будет. Что? На речке не клюет. Пойдем. Вот на этом озере попробуем порыбачить. Да. На улице холодно. Облака пошли. Ну, еще немножко порыбачить, да. Будет открывать, да мы поедем. Все, кольцо отпало на удочке. Короче, рыба не клюет, решили мы грибов пособирать. Вот, остановились, вот они прямо тут растут. Смотрим. Будем грибы собирать тогда.